Доброе утро! Меня зовут Светлана Манина. Вот уже более 15 лет я занимаюсь модой и стилем. В наших программах мы будем рассказывать вам, как подобрать свой уникальный гардероб и не выбрасывать при этом деньги на ветер. Сегодня мы поговорим, что должно быть в базовом гардеробе каждой женщины. А в гардеробе каждой женщины в этом сезоне должна быть белая рубашка. Это очень правильная альтернатива рыхлым и бесформенным трикотажным кофтам. Если работаете в офисе, первое, что вы должны купить – белую рубашку. Наденьте ее с обычными джинсами, и будничный образ станет сразу собранным и осмысленным. Секрет белой рубашки – привычным, удобным вещам на каждый день она добавляет элегантность. Нарядная усмиряет и может уравновесить яркий и красноречивый низ. Помимо белой рубашки, можно еще купить несколько рубашек постельных тонов. Бледно-розовую, бежевую или голубую. В гардеробе каждой женщины должна быть белая футболка. Уникальная вещь, нейтральная, но отнюдь не безликая. Белая футболка демонстрирует, что вы девушка ухоженная, и сглаживает риск выглядеть чересчур нарядным. Из серии «Я надела все лучшее сразу». Кстати, идеальные белые футболки продаются в мужских отделах. Это вам такой секрет. Разумеется, в гардеробе каждой женщины должна быть юбка. Правильная юбка стройнит, потому что сшита из плотной ткани или кожи, которая держит форму и моделирует фигуру. А еще эта вещь подчеркивает изгибы женской фигуры и делает походку соблазнительной. Юбка может доходить до колена или быть выше. Дополните свой гардероб тельняшкой. Это вещь без возраста, она идет всем. Хрупким особам надо выбирать тонкие, мелкие полоски. Пышным – соразмерно широкие, которые уравновесят фигуру. Не покупайте тельняшку в обтяжку. Кстати, это касается всех нарядов. Вещь не должна трещать на вас по швам, она должна сопровождать фигуру. Ни один женский гардероб не может обойтись без пальто. Пусть оно будет простым, без излишеств. В виде погон, кокеток, хлястиков и клапанов. Лучше классического черного или темно-синего или бежевого цветов. Кстати, бывает, что вы купили недорогую вещь, и это выдадут дешевые пуговицы. Есть секрет. Пуговицы нужно срезать и заменить их на интересные. Или удалить, как в нашем случае. Тогда вещь будет выглядеть дорого и стильно. Дополните свой гардероб жакетом в классическом стиле. Он может сочетаться с юбками, платьями, брюками. В нашем случае это шелковый жакет, украшенный бисером и отделанный бархатом. Вещь универсальная на все случаи жизни. В актуальном базовом гардеробе должны быть брюки и свитер с круглым вырезом. В отношении брюк соблюдайте три правила. Они должны сидеть на талии или хотя бы к этому стремиться. Они должны быть сшиты из плотной ткани. Это не трикотаж и не что-то с большим содержанием эластана. Они должны быть строгих цветов. Например, темно-синего, как в нашем случае. Что касается свитера с круглым вырезом, это самый недооцененный предмет гардероба. В магазине он кажется незаметным и невзрачным, хотя это бесценное приобретение. В нем можно сидеть у камина на даче, а можно выйти в свет, если надеть юбку из парчи или классические брюки. А на сегодня я говорю вам до свидания. В следующих выпусках нашей программы мы продолжим рассказывать про моду и стиль 2021. Будьте модными и стильными, это украшает нашу жизнь. И не забывайте, прежде всего, вы – личность, а потом уже мода и стиль.